задачи, которые стоят перед нами в инвестиционной сфере по показателям, которые установил президент, мы наши собственные задачи. Эта сфера требует больше концентрации, больше времени и внимания, и здесь либо придется все бросать, либо что-то не заработать. Поэтому я думаю, что, наверное, будет правильно, если Вячеслав Михайлович сконцентрируется на сферах, которые мы курируем до этого, ЖКХ, тарифы, продолжить эту работу в инвестиционном направлении, имеется в виду, и все наработки, которые при Вячеславе Михайловиче были созданы, я с сегодняшнего дня поручаю Пантелееву Валерию Вадимовичу, который начальник системы губернатора Тюменской области, курировать департамент, который ранее возглавлял, от Вильского района, ну и департамент национальной политики, все учреждения.